Ярким и динамичным зрелищем стало противостояние двух сильных команд из сельскохозяйственного и индустриального техникума. Уже в первом тайме сельхозтехникум вырвался вперед. Итог – первое место. Рафаэль Ананикян играет в команде на защите. Футболом занимается с детства и уже попал в старшую сборную команду по любительскому футболу. Попытались показать все, что мы можем. Уже какой раз хотим выиграть, мы все время выигрываем. Стараемся, выкладываемся по полной. Впереди у студентов еще 6 этапов соревнований, которые будут проходить каждый месяц. Но несмотря на свою занятость, учащаяся молодежь готова бороться за честь своего учебного заведения.